Легендарная супермодель Хайди Клум получила рождественский подарок от своего молодого бойфренда. Гитарист группы Tokyo Hotel Том Каулиц преподнес ей обручальное кольцо. «Я сказала да», — призналась счастливая красотка в соцсетях. Она рассказала о событии в Инстаграм и Твиттер, опубликовав романтичную черно-белую фотографию. На снимке и Хайди, и Том выглядят очень счастливыми. Эти выходные пара провела в Диснейленде, и, возможно, предложение своей возлюбленной рок-музыкант сделал именно там. Это будет уже третий брак для Хайди Клум и первый для Тома. Клум и Каулиц начали встречаться весной 2017 года. Пару не раз критиковали за 16-летнюю разницу в возрасте, но модель не смущают хейтеры. Всем недоброжелателям она посоветовала жить своей жизнью и не беспокоиться о других, от этого могут быть морщины.